увидел на повороте на большой скорости вылетевшую машину. Когда я встречную полосу, затем со встречной вернулась на свою полосу, на большой скорости вылетела опять на встречную и, пытаясь уйти от столкновения, «Хундай» врезался в автобус. Виновника аварии с тяжелыми травмами госпитализировали. Две его пассажирки скончались на месте. Обе девушки жили в Почепе. Их имена – Карина и Дарья. Предварительно установлено, что 22-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris на участке с опасными поворотами не справился с управлением, допустил выезд на встречную сторону дороги, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Брянск-Трубчевск. Как выяснили автоинспекторы, стаж 22-летнего водителя иномарки чуть больше 2 лет. При этом к административной ответственности его привлекали почти 80 раз. А на его автомобиле на одной оси установлены ошипованные и неошипованные шины колес, что не соответствует требованиям безопасности. Светлана Дробкова при поддержке пресс-службы ГИБДД.